Караганде прошла благотворительная акция под девизом «Дорога в школу». Представители религиозных организаций решили помочь многодетным семьям собрать детей в школу. В этот день 30 многодетных семей получили тетради, ручки, школьные костюмы. Организаторы обещают и в дальнейшем принимать участие в жизни таких больших семей. Ведь на сегодняшний день собрать детей в школу – довольно затратное дело. Чтобы наши дети учились хорошо, чтобы дальше быть такой мероприятий больше, может, мы просим всех, кто возможно, если еще дальше так делать, мы будем постоянно так возможно такую акцию. Мы давали сейчас 30 семей, которые 4-летние есть дома, 5-летние есть дома у них, вот такие мы будем помогать в первую очередь. Потом набирать себе, которые сюда, опять же, к району, там несколько семей, которые у них есть в списке, мы тоже даем на сумму 50 тысяч, тоже тетрады, ручки, там, да, остальные другие. А сейчас мы даем на 30 семей, которые там одежда, именно школьные одежды, которые одеваются на эту школу. Там есть форма, которая ручки, там, тетрады, тоже там же. Поэтому вот желаем, чтобы такие мероприятия, это больше было для народа, для наших детей.